Все плохо начали, конечно, тяжело входили. Вот. Не знаю, чем связано, наверное, не на настрой какой-то был. Вот. Но потом подвели итоги. Тренерский штаб дал установку в перерыве. Вышли уже по другой хоккей, начали играть с второго периода. Вот, переломили игру. Игра была очень непредсказуема. Удалось ли выполнить все установки тренера? Ну вот, только на первый период ничего не получилось выполнить. Вот, как-то ошибались много, торопились куда-то, суетились. Надо было проще, строже играть, и все. Спасибо за комментарии, с победой. Спасибо большое.